Рифат, поздравляем с победой, с дебютным голом. Во-первых, расскажи свои эмоции, когда ты сидел на скамейке, не в заявке с Хорватии из-за двух желтых. Ну, во-первых, скажу, то, что было холодно поначалу там. Здесь было уже на скамейке потеплее. Очень хотел выйти с хорватами. Такая, ну, всегда так, когда ты не в заявке, по желтым, там, либо еще по каким-то причинам. Всегда хочется выйти и смотришь на поле так, с какой-то с другой стороны. Когда узнал сегодня, что выходишь? В перерыве матча подошел тренер по физподготовке и сказал, что выйдешь после перерыва. Какая была установка тебе лично? Прессинговать, играть вперед, не давать игрокам соперника разыгрывать мяч около своей штрафной. Ну, сработала ваша связка с Федей Смолом, только на этот раз наоборот, да? Да, на Локомотиве я ему даю, здесь он мне дает. Будем стараться, чтобы и дальше так было. Матч сегодня получился непростой, согласен? Ну, конечно, команда все-таки одна не из слабых, хороший соперник. И есть такие личности, которые могут и обыграть, и отдать. Было тяжело на самом деле, и тем более еще погодные условия тяжелые. Но хорошо то, что выиграли, сыграли в сухую, идем дальше. Впереди матч с Мальтой, не будет недооценки? Нет, конечно, потому что Мальта, я думаю, такого же уровня, как и Кипр, даже еще получше. Поэтому никаких там закидательского отношения не будет. Будем стараться, будем настраиваться как на хорошую команду. Что Валерий Георгиевич сказал после матча в раздевалке? Молодцы, поздравляю.